методический кабинет Москвы, конкурс юных пианистов «Ступени к мастерству» представляет вам, дорогие друзья, и блистательному легендарному залу Большой консерватории и его замечательной сцене лауреатов конкурса. Приветствуйте! На сцену приглашается лауреат третьей премии в младшей возрастной группе 10-го Московского конкурса юных пианистов «Ступени к мастерству» Артемий Соколовский, преподаватель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Сергеевна Шлыкова, детская школа искусств имени Поленова. Йоханнес Брамс, кузнец.